Итак, вот Берти Фокс, главный тренер сборной Азербайджана. Довольно давно уже работает с этой сборной. Без особых, правда, пока успехов. Хозяева в атаке. Пас. И повреждение Александр получил. Так, прихрамывая, динамовский нападающий не спеша бежит в атаку. Самедов. Отличная передача. И Камран Агаев забирает мяч. Широков. Файзулин, Самедов, подключается Козлов, Самедов его не видит, выбирает другое продолжение для атаки, лучшее продолжение, забивать! 1-0! Прекрасно! Роман Широков, наш капитан, который в этом отборочном цикле забивал дважды, два гола с пенальти. И вот теперь забивает с игры третий мяч Романа в отборочном цикле. И мы выходим вперед на 16-й минуте первого тайма. Отменная передача Самедова. Да, подключался Козлов, но Самедов выбрал другое решение, более верное, более продуктивное. Смотрим еще раз. Заметил, как рванул Широков вперед. Точнейший пас. Очень неудачно, очень широко расположились защитники сборной Азербайджана. И Роман красиво, мастерски переигрывает Камрана Агаева. Без шансов для голкипера сборной Азербайджана. 1-0. Ну, естественно, хозяин. Может быть, немножко это мешает Кокорину в сегодняшней встрече. Козлов и Агаев, как он увидел летящий мяч. И вообще фолов многовато. Самедов. Как только мяч у Самедова, сразу трибуны начинают свистеть. А вот Агаев. Вот, знаете, порой говорят, быстрый мяч. Он может по-разному воздействовать. Он может... Дмитрий Камбаров. Разыграли мяч наши. Камбаров. Самедов штрафной. Идет, идет. И вот под удар. И такаут. Левин. Ой, какая ошибка. Подарок. Ну забивай, Сашенька. Ну что ж такое. Ой, какой момент был у Кержакова. Стимул. Догнать и обогнать бесчастных. В двух мячах всего от Владимира Александр. Но сейчас, к сожалению, не вышло. Агаев продемонстрировал высокое индивидуальное мастерство. Между прочим, уже не в первый раз. Вспомнил один из... Камбаров поднимает руки, но мяч на противоположном фланге. И там наши с ним очень хорошо работают. Правда, потеряли. Но тут же Шатов. Шатов завладел им. Кокорину передача. Кокорин в штрафной площади будет простреливать Агаев. Агаев хорош в ближнем бою. На линии ворот он чувствует себя очень уверенно. И является кумиром. Капитан команды. Медведев. Ну что, вот, что это за пас? Кокорин. Вдоль. Ой, какая комбинация. Кержаков пропускал остроумно очень мяч. Выбит. И выбит не абы куда, а выбит точно на своего, на Шатова. А здесь уже Кержаков разгоняется. И параллельным курсом Самедов набирает скорость. Получает мяч Самедов. Не пожадничал Кержаков. Молодец Самедов. И бьет. Бьет Роман Широков рядом со штангой. Играет в ней вечно, но дебютировал после чемпионата мира 2002 года. Широков. Кокорин. И рывок Камбарова. Да, поддерживает его Кокорин. Камбаров. Какие варианты? Ну, Дима. Ничего, ничего. Все бывает. Пропускали по одной игре Игнашевич и Василий Березуцкий. Теперь вторая карточка у Глушакова в этом цикле. А сейчас красная, да. Потому что надо все-таки вести себя по-человечески на поле. Прямой ногой, да. Ну все очевидно. Прямой ногой шел Медведев. Но, возможно, конечно... Возможно, появление новых людей. Вот момент! И Агаев в третий или в четвертый раз выручает он свою команду. Да, на линии ворот действительно очень хорош этот высокий
190-сантиметровый голкипер сборной Азербайджана. Молодец. Наверное, вы слышите. Шукеров. Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Джавадов! Опять Джавадов! Как и 4 года назад! Ну, стоило потерпеть, ну, несколько минут буквально. Я намеренно сейчас не говорю о том, что ничья нас тоже устраивает. Я намеренно об этом не говорю, потому что мы вышли, чтобы завоевать 3 очка. В окружении нескольких наших футболистов находился этот форвард. Все завершается, да. Да, мы объективно сильнее, выше классом, да. Но вот видите, как бывает. Беспрепятственно пробил. Беспрепятственно. Агаев. Убрали секундомер. Чтобы сохранить интригу, сколько там секунд еще осталось. Все! Все! Мы едем на чемпионат мира спустя 12 лет! Мы пропустили 2 мундиаля. В Германии, в ЮАР, играли в 2002 году в Японии и Корее. И вот спустя 12 лет мы едем на чемпионат мира, занимаем первое место в отборочной группе.